Анонс и точно дата выхода нового 4-серийного сериала «Время жениться». Премьера нового сериала состоится 21 марта на домашнем. Когда у женщины возникают проблемы на личном фронте, то от этого страдают все окружающие, а тем более дети, если они есть. Нечто подобное произошло и у героини сериала «Время жениться», которая превратила в ад жизнь окружающих после развода с мужем. Женя – мать двоих детей, которая ради своих дочерей готова к практически на все. Она работает в крупной компании бухгалтером, а все оставшееся время тратит на воспитание Любы и Веры, которые стали для нее центром вселенной после развода с мужем. Но если Люба является причиной радости Евгении, то Люба заставляет ее переживать все больше. Однако героиня даже не подозревает, что сами девочки видят в ней тирана. Люба уже успела побывать замужем, но брак распался. И виноватой в этом она считает свою мать, которая никогда не одобряла стремление дочери выйти замуж за любимого мужчину, постоянно находя причины и основания своим доводам. Веру же беспокоит тот факт, что она даже никогда не видела своего отца, так как в доме не осталось даже его фото. Ведь все их мать тщательно уничтожила. И в один прекрасный момент Люба и Вера решают, что мать попросту надо выдать замуж. Но тут в ситуацию вмешивается судьба, посылающая Евгении встречи с Кириллом, которая меняет ее жизнь в корне. Премьера сериала состоится 21 марта. Если вам нравятся сериалы и ждете выхода новых серий, тогда ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Приятного просмотра!